Весна в разгаре, а это значит, что самое время для ремонта. Ремонта дорог. 25 километров – это протяженность щелковских региональных дорог, которые будут обновлены в этом году. 8 участков покрытия полностью отремонтируют. Объем ремонта повышался с 2016 года. Он только рос вверх, вверх и вверх. То есть в итоге мы остановились, начали с 2015 года, был 120 тысяч квадратов ремонт, например, всего. А уже в 2018 году 850 тысяч квадратов по всему району, по всему городскому округу сделали. Мы стоим сейчас на пересечении дороги Щелково-Болышево. Это выезд из Щелково в сторону Королева. Да? Вот. Эта трасса давно уже напрашивалась на ремонт. В этом году ее все-таки включили в план ремонта. Протяженность 4 километра. Это от окончания улицы Центральной и до улицы Котовской. Все подготовительные работы были проведены заранее. Сегодня подрядчики готовы выйти на участки. Где-то к ремонту уже приступили, где-то он начнется в ближайшее время. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин совместно с депутатами окружного совета осмотрели некоторые из участков региональных дорог. Поставлена задача – завершить работы, не дожидаясь наступления холодов, до конца лета. Со временем планируют прийти к регламенту обновления дорожного полотна в конкретно назначенные сроки. Что такое регламент? Это не дожидаясь ям на дорогах, вовремя их ремонтировать. На сегодня федеральные трассы по Московской области, многие заметили, наверное, что не дожидаются там ям, а снимают участками. В среднем это 3 года. Задачей, по сути, стоит систематизировать процесс, обновлять конкретный участок дороги с определенной периодичностью, при этом уйдя от ямочного ремонта. Кроме того, в планах обустроить тротуары и пешеходные переходы, освещение, отремонтировать 34 муниципальные улицы. Анна Балиет, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».